Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Всем добрый день! Всех с праздником! Сегодня на нашем канале «Счастье есть мукбанг» у нас Пасха. Всем желаем счастья, добра, мира, голубого неба над головой, чтобы у всех было здоровье, хорошего весеннего настроения, море улыбок, всего-всего-всего вам самого наилучшего. Всех еще раз с праздником. Мы с Ванечкой сегодня сходили уже в церковь, осветили наши куличики, яйца наши осветили. И сейчас будем вместе с вами праздновать, да? Да. Значит, что нужно сделать, Ваня, сначала? Давайте мы вот эту вот штучку вот сюда вот такую берем, чтобы она нам не мешала. Что нужно сначала сделать? Я понятия не имею. Нужно яичками стукнуться. Выбирай. Это космо-яйца? А, ну да, это и ведь вот мы такие... будем облом. А я возьму такое яичко. Так, ну ты как хочешь, я давай буду. Ну блин, повыше. Эть, ну ты какой молодец, сломал мое яичко. Ну выше поднимай. Ага. У тебя треснуло. Где? У меня чисто все. Ну ладно, давай сейчас. Ну все, разбил меня в пух и прах. Иван, я в шоке. Ну ты даешь вообще. Так, ну что-то я его слабо ударила. Пошли. Еще Ваню увезли в реанимацию. Да, не говори. Все. Ну все, Ванек. Вот теперь точно. Подожди, давай сначала одно, я по чуть-чуть, потом сейчас быстренько. Контузила Ваню. Да, у нас такие, смотрите, красивые кулички. Космояйца. Космояйца. Вчера мы с Ванькой сидели, их рисовали. У нас вот здесь есть... И шелухой, вот, которую я взяла, мы красили. Ну и такими красками покупными. И вот эти вот мы делали. И гуашью красили. Да, шучу. Так, давай. Твоё. Не, вот если гуашью покрасить, мне кажется, их вообще никогда не разобьешь. Да? Потому что гуашь-то плотная. Я вот в том году, знаете, делала, тоже в интернете увидела. А, берете разноцветные салфетки. И обмакиваете в бок. Ешь этот белок, яичный белок. И вот так вот маленькими от этими кусочками нарезается, там цветочки, все что угодно. И так вот их наклеивается. Это как, знаете, папье-маше, типа, да, вот. Есть такая техника искусства. На скорлупу просто берете бумажечку, так вот и этим белочком смазываете. И вот так вот все яичко обклеиваете красивыми цветочками. Ну, разные салфетки вот эти вот большие. Которые... Цвет яйца практически не изменился. Да, вот такие вот большие салфетки берете, их нарезаете цветочками и обклеиваете. Они идут как двойные, тройные. Вот этот слой надо самый верхний с рисунком отрезать. Оторвать и вот его приклеить. Вот они получаются такие прям жесткие. Всем приятного аппетита. Конечно, всем приятного аппетита. Мама со своим маникюром не может достать маленькую скорлупку. Угу. Погода у нас сегодня замечательная. Тепло. Облачно, но тепло, да? Ваня даже расстегнулся. Народу очень много. Мы с вами пошли к 11 часам. И там уже оттуда, да, так много народу уходило. Mm-hmm. Очень много. И буквально за 10 минут до начала освещения битком все было, вся площадь храма. Mm-hmm. У
меня, наверное, два любимых типа приготовления яиц. Это вот когда они жареные, угу. И когда вот как их варят, но желток остается, ну, сырой чуть-чуть желток. Чуть-чуть такой, да? Не, сырой желток и как бы сваренный белок. Вкрутую или всмятку, как-то правильно назвать. Ну да. Ну что, будем вот эту пасочку разрезать, да? Вроде как она должна... Шелестит. Ну, ничего страшного. Вроде как она должна быть без изюма, который Ваня не любит. Ты можешь чуть-чуть яйца отодвинуть? Куда? На себя, в свою сторону. Мам, ты его еще и пальцем помял. Ну что, режем? А, может быть, мы снимем вот эти цветочки? И съедим. Это безешки вот такие, да, потому что мы сейчас начнем резать, они... Смотри, какие они мощные. Держи. Видите, такая красота. А, мам, это орден. Эти? Мам. Угу. Нарциссики такие вкусный красивые. Вкусный орден, да? Да. Я съедаю? Конечно, это же для еды. Просто если я сейчас начну по ним резать, они крошатся сильно будут. Мама, вот она, знаешь, она вроде... Да, Ванечка, она вот смотри, постела. Ура! Мама, она вроде и объемная, но при этом они очень легкие. Ну, именно когда ешь, как чувствуешь вот это облако как... Да, это же взбитый белочек, он очень нежный, легкий. Смотрите, вот такая вот пасочка. Это для Вани специально без... Ой, хотела сказать без творога. Нет, без изюма, без цукатов, без всего. Вот он не любит, поэтому сделали специально такую. Вот эти вот, они уже идут как положено. Эти пчелы делают какой-то неправильный мед. Вкусно. Только для меня эти кондитеры пекут неправильные куличи. Угу. Они с изюмом и со всякими цукатами. Ну, мы так разговорились на работе. Оказывается, очень многие дети не любят сегодня вот эти вот пасочки из-за того, что там изюм. Не знаю, ну как-то в нашем детстве, наверное, много изобилия всего не было, мы любили. По крайней мере, можно его убрать. Да и все. Очень вкусно. И пасочка. При этом разворошить весь кулич. Угу. А прикинь, кто-то бы настолько любил изюм, что разрывал бы кулич только для того, чтобы именно достать изюм. И съесть его. Да. Сам изюм, да? Угу. Сегодня пойдем в гости. Нас пригласили наши друзья. Кушай. Я вот так вот. Отметить вместе Пасху. И вообще майские. Майские, да. Да. Очень давно не виделись. С утра телефон разрывается. СМСки, картинки, смайлики. Вайбер, ватсап, одноклассники везде. Батюшка нас облил, да, святой водой? Взял вот эту чашу, как из ведра облил, да? Да. Болтун-то, Ваня. Ну, не жалеет.
водичка, листочка мажет по полной. Мам, походу я последний раз ем такие кулички. Почему? Не знаю, ты же в следующий раз, наверное, не будешь такие заказывать. Почему нет-то? Можно? Угу. Будем. Раз тебе нравится, значит будем такие. А Ваня хотел еще с собой взять кота на обряд экзорцизма. Это что такое? Изгнание бесов. Что у этого ребенка было? Беса. Ну, вкусные вот эти цветочки. За 3 дня до того, как она делает все вот эти кулички, она сначала готовит вот эти все украшения. Ну, цыпленочек, уточка или кто здесь? Нет, цыпленочек, ну что-то крылышки розовенькие почему-то. Ангелочек. Нарциссы, тут вербы. Это ангелочек. Очень красиво. Получается, за 4 вот таких пасочки я отдала ей 1600. Мало? Это не, да, это недорого. У нас в магазине обычные, ну вот магазинные пасочки вот такого размера стоят 1 360 рублей. Получается, у меня 400 рублей вот эта пасочка, но это вообще недорого, да? С такими вот украшениями. Чисто исключительно вот сколько? Вот продукты. Сколько вот за килограмм они стоят? Я не знаю. У нас вот в школе тоже в столовой пасочки продают, но я так понял, их на заказ там делают. Не только на заказ, они 300, тоже на продажу. Ну да, 350 рублей за килограмм. Ну, может быть, раньше они... Но они без всяких украшений, вообще без всего. Ну, просто посыпаны, да? Да, да, просто посыпаны. Ну да, это традиционно, как бы, посыпушечки эти все. Конечно, есть цена за килограмм, просто их уже там делают маленькие, побольше. Не всем же большие нужны пасочки. Мы, например, кулички, пасочка это из творога. Мы, например, я уже говорила, да, вам, что мы много-то их не кушаем. Мы вот сейчас вот эти вот 2 себе оставим, а остальные мы... Вот бабушке отвезем и друзьям пойдем в гости им подарим. Вот. Как правило, конечно же, еще кто-нибудь, тетушки мои придут, тоже подарят нам кулички. И это же нужно будет соскушать. Я очень к этому отношусь, ну, скажем так, ответственно, серьезно. Знаю, что это вообще как бы хлеб, да, выбрасывать нельзя. А здесь как бы святой, великий праздник и... Выбрасывать куличи. 20 килограмм куличей нам принесут. Ну нет. У нас просто бабушка, она всегда покупает такие очень большие куличи. И нам их начинают раздавать всем. Мы ей уже каждый раз говорю, ну бери маленькие, такие, чтобы вот по чуть-чуть. А вот это? Нет. Нет, да? Ну нет, нет. Так, ну что, друзья мои. Всем большое спасибо, кто сегодня с нами был. Всех еще раз с праздником, мира, добра, здоровья, счастья.